Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Кофе, Варпач и Овер. Ребята, и сегодня мы играем в GTA-шку. Всем привет, друзья! Всем привет, ребята! В общем-то, сегодня у нас новый, наверное, режим под названием баскетбол. Вот, то есть наша задача, мы подбираем вот эти гранаты, потом мы едем дальше, и наша задача закинуть наш мяч, то есть гранату, прямо в кольцо! Ой-ой-ой. Слушай, я нахожусь с этим, с как он нахуй, как он называется-то, на стороне снайперов, вот как. Блин, да ладно, да. Ой-ой-ой, как-то жестко, на самом деле. Вам сложно попасть, на самом деле. Да, прикол в том, что у вас... Овер, я попал по тебе? Да, я что-то, не, по-моему, точно по мне? Да, по тебе. Ай, промахнулся! Это, блин, это сложно. Так страшно смотрится. Ой-ой-ой, жестко вообще. Там чувак вообще какой-то решил упасть. А, у него кто-то упал. Кто-то упал, да. Жесть. Это безысходность чисто, понимаете? Это трудно на самом деле попасть чисто в корзину забить. Ты попал же, Олег? По-моему, попал кого-то. Ой-ой-ой-ой. Я еще никого не убил, но надеюсь. Ой-ой-ой. Хорош. Капец. Так, кто-то сейчас ко мне полетит. Я знаю. Почему не стрельнул? Почему не стрельнул? Почему у меня мажор? Атака, отлично. Олег, я не там. Да, это не я, блин, промахнулся, чисто тебе повезло, братан, тебе реально повезло. Отлично, я не могу попасть, как так? Граната просто отскочила от тебя, понимаешь? Я не знаю как, но это было очень сложно попасть. Реально очень сложно попасть. У меня заряжается гребаная снайпер. О, попал! Кирилл! Нет! Не попал, я живой. Блин, нафига я выпрыгнул? Ты не попал в корзину. Я попал, там взрыв был, там был взрыв. Да? Да. Ну, значит, я либо от тебя, либо сам умер. Ну, я сам умер. Да. Так, ну все, ребята, победа, естественно, за нападающих, конечно, же идет. Ну ничего, мы еще отыграемся. О, конечно. Ну что ж, ребята, теперь я за вами буду охотиться. Теперь я на тачке. На самом деле, я, честно говоря, не знаю, как это вообще можно со снайперской винтовки убить кого-то, вот кто на машине просто. Ой, жесть. Хотя это, на здесь, самом деле, не так уж сложно. Ну, хотя здесь такая, как бы, я вижу, тяжелая снайперская винтовка, поэтому я думаю, что если один раз попасть, прицел... Так. О, поехали, боже, поехали. Блин, это нереально попасть. О, блин, тяжеловато. Слушай, вот так вот прям с первого раза тяжеловато. О, погодите, все, сразу взорвали. Прям с первого раза? Да. Прикиньте. Это нереально попасть, вы что, гоните? Вы серьезно, пацаны, вы что вы? Так это нереально. Послежу Олег, за тобой. Ой, нет, отскочила. Прямо а вот Кирилл прям на меня сидит, смотрите. Да. Так, подожди. Ну, я, правда, не мщу, но я увидел, что там ты. Так, а где еще есть ребята? Блин! Попал! Пролети! Должен. Это нереально попасть со снайперски. Олег, ты видел, там парень прям, короче, машиной залетел в кольцо. Убил? Да, я видел, я чувака убил, красава. Хорош. Ой, прям меня! Пожалуйста, нет. Нет, граната здесь! Стой! Я видел, как ты выпрыгнул! Выжил? Нет, я умер, Кирилл. К сожалению, я умер, но я забрал с собой одного, поэтому я сделал фраг в этом раунде, ребята. Так, кто у нас остался? А, все, мы все, да? То есть вы видите то, что шансов у нас гораздо меньше, то есть шансов намного больше у тех, кто нападает как раз-таки. Это вообще дисбаланс какой-то на самом деле. Такой маленький. Итак, ребята, у нас продолжение, так сказать, этого баскетбольного матча пока что. А кто, кстати, выигрывает пока что? 1-1. 1-1. 1-1. Ага, то есть сейчас пока что у нас ничья. Да. Так, ладно. Да. Я вот думаю, я хочу Т-20 взять все-таки. Я хочу эту тачку взять. Вот ее. Давайте, выезжайте. Мы вас уже ждем здесь. Ждет. Да, мы уже тут это, нацелили свои снайперские. Давай. Вы вон они. Стрелять, прикинь, попали по мне. Кирилл! Оу! Нет, меня там нет. Прикинь, по мне попали, но я не умер. Так, я тебя вижу. Так. Это жестко. Отстаньте от меня, чуваки. Ой, по тебе такой прям жесткий огонь. Оу, машина прилетела, иди нафиг. Так я о чем и говорю, понимаешь, что по мне прям жестко все стреляют, так и по мне еще и попали, но я не знаю, как я не умер. Меня взорвало. Должен попасть. Давай, чувак, умирай. По-моему, это мой фраг. По-моему... Попал? Ты гонишь, нет. Как так? Я не понимаю. О, жестко. Тут имбовое место, они просто спрятались наверху. Как? Снайперы, они, смотри, залезли в эту дырку, куда попадает граната. Блин! По-моему, попал, по-моему, должна была. Круто, слушай. Ну как-то... Да, убил! Хорош. Не я убил. Чего? Да, они все туда залезли, лол. Я тоже в следующем раунде туда залезу. Ай, мимо, ну это... Кстати, вот сейчас они, видишь, они что-то как-то приловчились, как я понимаю, да? Вот, и сейчас у них... А их возможно убить, когда они вот там стоят? Я не знаю. Вот, я надеюсь, что да.
Вот граната сейчас залетела. Попал. Идеально должна была залететь. Ну-ка посмотрим на взрыв. Он умер, кстати. А, он уже спрыгнул вниз. Ну чего такое, фраг-то не мне достается. Кстати, нас-то меньше осталось. Вы смотрите, мы в меньшинстве так... Ой, сейчас взорвется. Сейчас скажу, достанет или нет. Да, убивает. Убивает? Да ладно. Да, даже если они залазят в эту дырку, все равно убивает. А, ну все, отлично. Так, пацаны, на разворот, поворот иду. Ух, меня в полете жестко. Офигеть! Ну, вот я как раз за этого чувака смотрел. Это было красиво, ребята, но тут, к сожалению, я уже сдох. Ну что ж, ребята, я опять играю за машинки, и мне надо будет убить этих ребят. Да-да-да. Что-то, вы знаете, после предыдущего раунда я теперь понимаю то, что убить все-таки со снайперской винтовки это реально-реально. Вот, поэтому нужно выцеливать. Поехали они. Оп. Да, надо хорошенько прицелиться, а вот с гранатой попасть тоже не ну, да. Нелегко. Так, я, кстати, залез, вот как эти ребята в прошлый раз. Чувака убил одну! Хорош! Офигеть! Что? Жесть! Я своей же гранатой взорвался! Как? Внутри, что? Пацаны, я что-то вообще нереально творю! Олег раздает просто. Я просто мастер убийцы какой-то, я не знаю, реально. Чуваки, я просто кинул гранату в чувака, упал в эту же штуку и взорвал сам себя. Да ладно! Как? Лол. Ну, еще одного! Я видел, кстати, видел. А, нет, граната, стой! Блин, я только потом ее заметил! Ну, я минус 4, по-моему, дал, прикиньте, пацаны, со снайперской винтовкой. Это очень круто. А я один, что ли, остался, да? А, походу, я... Нет, стоп, из нашей команды нет. Оу, нет. Ой, их осталось трое, давай, чувак, тащи, давай, братан. У вас есть вообще все шансы, на самом деле. Не, на самом деле со снайперки вообще реально легко убивать. Я просто не ожидал, что я сейчас такие минуса понаделываю, но это я прям не знаю, прям MLG 360, ноускоп какой-то прям. Я, по-моему, вообще ни разу не попал ни по кому. Их двое осталось. Сложно как-то? Да, согласен, что нелегко, но... Я главное, когда мне гранату кинули, я смотрю как бы вниз, да, вроде нету. Только потом я заметил, когда она уже почти взорвалась. А я их что-то вообще не вижу, куда они делись? А, вон он, слышу. Едет, давай, Димон. У одного колеса нету, кстати, вот который сдал. Всё, Димон, прощай. А он попал, что ли? Да, он прям... Ай-яй-яй. Слушай, ну, смотри, остался только один. Кто же затащит, ребята, кто же затащит? Просто делаем ставки. Филлипса так. Сейчас убьют. Мне кажется, что Филлипса реально замочит сейчас. Хотя у него есть, опять же, все шансы на победу. Потому что... Ну вот смотри, сейчас один против троих, да, и мне кажется, у него вообще шансов нет. Ну, не знаю, он что там делает вообще, Филлипс, я просто не могу... Он как будто что-то печатает, он сейчас пересаживается в другую тачку и заводит и едет. А-а-а. Выезжает, короче. Так, понятно. Выехал. Вот, все, и сейчас должны его убивать, давай. Да что он делает? Так, пацаны, вы чего промазали-то все? Они должны были убивать, отвечаю. Там другого выхода нету, только здесь, братан. Давай, езжай. Давай. Умирай или убивай. Давай, так а чё все спрятаются? Так, нужно за кем-то по другим понаблюдать, а то что-то... Где все самое интересное это происходит, не вижу. Ну-ка. У самого правого. Хотя сейчас уже у самых левых. А, убили его, прикинь. Все, отлично. Найс, жесть. Ребята, и этот раунд, получается, идет уже в нашу сторону. У-у-у! Неплохо. А новый раунд, и, ну, естественно, мы должны затащить. Да. Без этого никак. Просто без этого никак. Иначе... Ну, а мы должны отыграться все-таки, как бы в ничью хотя бы выйти. Ну, удачи вам, Кирилл, удачи. Да, удачи нам, удачи. С какой же вы поли... А, тут с двух сторон выезжают. Да-да-да. Поэтому... Так, все, ехаем. Блин, честно говоря, опасно на самом деле выезжать. Попал по какой... Ой, убили чувака. Самое главное чувака. Еще выехать сейчас отсюда. Блин, вы что, пацаны? Просто смотри, всех убивают. Ой-ой-ой, граната рядышком была. А что, чувак? Она же рядом была. Он тебе не давал проехать, я видел. Делает вообще. Капец, почему я так рано умираю? Почему именно я? Так. Давай! Попал! Просто трехочковый должен был быть сейчас. По-моему, попал, не попал? Не знаю. Не, по-моему. Не знаю. Ну там должно было прям трехочковый такой залетать, чистый, красивый. Но они как-то живы. Прятайся. Здесь не видно, здесь нормально. Да не, я уже отъехал, все окей. Блин, страшно так-то вообще. Ладно. Ой, стори! Так, мы не врезались, отлично. Ой-ой-ой, сейчас взорвут кого-то. А, не взорвут. О, трехочковый! Должен убивать, давай! Тащим. Флешпоинт должен... Да, все! Хорош! Жесть, я это просто все наблюдаю, это пипец. Так, еду. Ай-яй-яй. О, прям! Офигеть! Это было очень близко. Это было... Он вы... И ты, да, убил его, лол. А, я попал, я ж о чем и говорю.
Чё-то уже минус 2, чё-то прям тащу как-то я. Один, по-моему, да, остался у них? Да. Ага. Ну и всё. Офигеть. Я должен был попадать. Ой-ой-ой. Да, всё! Ты убил его. Всех взорвал. Как и в прошлом раунде, да, тоже минус 3? Да, вообще не говори, Димон, чё-то мне прям фартит сегодня как-то. Ты научился убивать их? Да. Ребята, мы, короче, проигрываем уже прям, ну, нормально так проигрываем, и нужно как-то отделаться от этих проигрышей, надо выиграть. Да, скажу сразу, что это будет нелегко, потому что команда хорошая. Вы приловчились уже. Да, ну, да. Согласен. И стрелять, и гранаты кидать. Вот, знаешь, я понял, что баскетбол это не мое, по-моему. По-моему, вот, знаешь, мне лучше что-нибудь другое, что-нибудь там. Ой-ой-ой. О, попал! Должен был попасть. Блин, я надеюсь, меня прям с первого раза сейчас никто не вынесет, надеюсь. Да, я убил кого-то, убил. Только и мне прям покоцали нормально, у меня хпшечки вообще нет. Я тоже что-то. А, вот, поехали. Поехал. Так. Блин, перезарядка тупая. Так. Оп. Надо машину сменить, а то что-то у меня открытый верх такой, мне не нравится. Надеюсь, нету у меня сейчас этой гранаты у меня. Ой, дураки, там друг друга взрывают. О, пацаны! Взорвался? Нет, все, граната промахнулась, отлично. Гранатка! А где люди? Пожалуйста, потолки попади! Только не надо! Все, они попали, ну ай! По-моему попал, нет? Сейчас посмотрим, убил, не убил. Я вообще не могу сориентироваться, что... Убил! Все, я учился убивать. Знаете, вот, по-моему, баскетбол теперь это мое. Вот прям что-то чувствую, знаешь, вот баскетбол прям вот для меня. Ой-ой-ой! Вот, еще попал! Это по мне, по-моему, попал. По тебе? А, не-не. Да! Да. Блин, я что, один остался? Вы что, там еще кто-то? Так. Я никого не могу убить. Вот это да. Попали! Нет, стой, улети, граната, нет, стой, фу-фу-фу-фу-фу! Я как раз себе хотел закинуть. Я вообще просто не могу ориентироваться здесь. Они как-то очень много, что ли, я не знаю, пацаны, вы что, на игроку учили, что ли? Мы просто почти вообще никого не убили, да, по-моему? Да, вы просто читы скачали. Понятно с вами, все читеры, ну понятно. Все, и это должен взрываться, короче. Мне кажется, сейчас должно было залететь. Да, сейчас он умрет, смотри. Да, я говорил, я всех взорвал, короче. Ну понятно. Да-да-да-да-да-да! Что-то они отыгрываться начали, слышишь, Тимон? Да, ну сейчас потащим. Должны. Ну чё, ребят, у нас продолжение нашего потнейшего сегодня матча. Надеюсь, что всё-таки... Это уже раунд 7 по счету, а вроде как ничья идет у нас же, да? Не, по-моему, слушай, в вашу пользу одно очко. Я ещё, кстати, никого не убил ни разу. Да ладно. Ни со снайперки, ни взорвал гранаты, вот, никого ещё. Мне кажется, Тимон, это временно, поэтому давай, набирай там обороты. Так. У меня сейчас такое предчувствие, что я вот буду лететь сейчас. Ой, я когда. Ох, кого-то убил. Ой-ой-ой-ой-ой! Я вообще, ребята, далеко куда-то улетел слишком. На военку аж, нифига. Так, где а все? Как не вернуться? А тут тачки стоят, оказывается, за военкой. Ой-ой-ой! Ой, кто-то прям некрасиво так развернулся, его убили. Да, так, это я, это, наверное, я был. Жестко. Так, еще вижу. Ладно. Ой, тихо! Так. Кофе улетай. Упали, прикинь, по колесу, из-за этого я сбил. Круто. Тактика такая. Кто-то вдали там стоит, я вижу. Во, машину меняет. Я тачку меняю. Да. Не, это бот-код. Так, только вот какую? Ладно, возьму себе. Блин. Infinity FX или XF, да, XF, все. Взяли. Иди нафиг! Ой, он меня почти врезался. Чувак, ты тачку, да, где-то меняешь? Чего? Ты где-то тачку, говоришь, меняешь, да? Я... О, да, опять блин. По колесу вы достали, пацаны! Я только начинаю ехать, и вы по колесу, короче. И мне нужно тачку опять третий раз уже. Что за дела такие? Вы чё там это? Не надо так жестко, пожалуйста, вы чё? Да блин, да чё за мансы-то начались, ё-моё. Так, я понял, где ты находишься, я жду тебя, давай, выезжай. Давай. Сейчас опять по колесу, я буду вообще угорать. Так, нет, я не попал по тебе. У меня была перезарядка, ну-ка. Там отрикошетило, Олег, жестко. Нет, не убил. Да. Как-то вы катаетесь и нас не убиваете, и мы вас не убиваем. Это какой-то парадокс. Мы стараемся. Какой-то прям это, знаешь, такое прям. Оп! Ну давай! Залетело? Не, я тоже не заметил. Не, я живой. Убил! Хорош! Одного замочил, найс. Так, ты прям кто-то подо мной, вон. Так. Попал, по кому попал, непонятно. Закинул. В воздухе убил, лол. Я в очко попал, офигеть. Еще одного убил. Нет, не убил, просто почти. Я подожди, он мне закинул. Он закинул гранату! Его граната, блин, чисто как будто мимо, ну, в ногах чисто. Да, я видел, прям туда, прям к нему.
Блин, промахнулся, по-моему, сейчас, да? Да, он один остался. А, так. Круто. Блин. Да, он один. Так. У вас есть все шансы. А у него нет. А, ну все. А, все, мы выиграли так быстро. Да, в смысле, так долго, на самом деле, это было. Были и раунд побыстрее, поэтому... Матч заканчивается победой, и это супер гуд. Ну что ж, дорогие друзья, на этом моменте мы прощаемся с вами. Надеюсь, вам понравилось данное видео, и надеюсь, вы уже успели оценить его лайкусиком. Поставили, конечно, жирный-жирный такой прям палец вверх. Самый жирный. Да, оставили позитивный, конечно же, комментарий и подписались на канал. Ну, а на этом все. С вами были, как всегда, Кофе, Варпач и Овар. Всем пока-пока. Всем пока, друзья. Всем пока, ребята.